Всем привет, с вами снова Колян Тренд, и в этом видео мы с вами будем разбирать, как зарегистрироваться на децентрализованную блокчейн-платформу Argos, а именно на новый продукт от платформы, то есть, который называется, да, Network X, сокращенно Next. А регистрироваться мы сейчас будем с вами в тестовой сети Трона, да, так как официально продукт еще этот не запущен, но чтобы вы уже, да, к старту понимали и уже знали, как нужно будет регистрироваться на данную платформу. Так что, друзья, поехали. Чтобы зарегистрироваться на децентрализованную блокчейн-платформу Argos, нам понадобится ссылка, да, для регистрации, которую вы приобретаете у своего партнера, да. Также нам понадобится кошелек TronLink, да, который вы заранее создаете для себя. Ну и, конечно, да, сам Tron, который, да, также нужно будет приобрести и подготовиться к старту. Это видео именно показательное, да. Мы сейчас будем регистрироваться через тестовую сеть Трона, да. Ну, чтобы вы уже были готовы к старту, то есть подготовились, знали, как это все сделать. Ну, в общем, давайте, друзья, начнем. А когда вы берете ссылку у своего партнера, вас перекидывает на такую страничку, где вам нужно будет ввести свой email адрес, кошелек, ваш кошелек Трона, да, с которого вы будете регистрироваться. Но тут его подгружает, да, сам, когда вы переходите. Если у вас кошелек TronLink открытый, то его у вас сразу подгрузит сюда. Ну и также придумать пароль, да, для входа в кабинет. Сейчас, кстати, покажу, да, немножко по тестовой сети Трона, но поэтому я отдельно потом видео запишу. То есть, смотрите, чтобы поменять сейчас, то есть, ну, чтобы поменять сеть, нам нужно сейчас будет перейти в настройки. То есть, я вот тут уже получил тестовых вот 67 тысяч тронов. Так, заходим в настройки, переходим в нод, и тут у вас вот они все сети. То есть, вот эти две, можно сказать, основные. А вот эти три, это у нас уже тестовые. То есть Shasta Testnet, в ней сейчас мы как раз и будем тестово, да, регистрироваться на платформу Argos. TronX Testnet и Nile Testnet. По этому всему я вам, наверное, отдельное видео запишу. То есть как переключаться тут, как и где получить бесплатные троны. Ну и все, что с этим связано. То есть, чтобы перейти, вам просто нужно вот нажать сюда, да, и вы уже перейдете. Либо там перейти, вот, допустим, в TronX можете перейти там. Либо вот на основную тут перепрыгнуть. Ну, нам нужна сейчас именно Shasta Testnet. Так, все у нас обновилось. Так, То есть, у нас вот есть 67 тысяч тронов, и мы сейчас как раз будем регистрироваться. Так, ну давайте. Вводим тут почту, да, свою любую. Ну, с которой вы будете работать. Дальше адрес у нас подгружается, придумываем пароль для входа в кабинет. Все это, конечно, сохраните, друзья, чтобы, да, потом не искать. И нажимаем зарегистрироваться. Угу. Так, пароль просит от 8 символов. То есть, ну давайте. Зарегистрироваться. Все. Попадаем мы в кабинет. Сейчас у нас на русском языке. И теперь просит, чтобы начать зарабатывать, вам нужно купить площадку. Продолжить. Языков у нас тут много, да, то есть можно переключиться на любой язык. Также, да, тут можно. Сейчас, пока вы деактивированы, вы не сможете никуда зайти. То есть, вот видите, у вас будет везде вылазить окошко. То есть то, что вы не, сейчас не активированы. И как раз мы сейчас стоим на Nexi, то есть вот так вот. То есть тут, смотрите, у нас 15 площадок, да. Первая площадка 100 тронов, это приблизительно около, по нынешнему курсу, там 2.60-2.80 доллара, то есть это немного. А если вы будете зарегистрироваться, то есть заходить на новый продукт от децентрализованной блокчейн-платформы Argos, то советую сразу, конечно, заходить на несколько площадок, так... Почему? Потому что, во-первых, чтобы не упустить выплаты, да, от нижестоящих партнеров, которые будут регистрироваться под вас, так как если человек зайдет на больше площадок, чем есть у вас, вы не получите за те верхние площадки себе деньги. То есть, а чем выше площадка, тем больше денег придет к вам на кошелек.
Ну и да, маркетинги предусмотрены, да, выплаты из глубины, то есть чем больше площадок, то есть, допустим, у вас открыто 5 площадок, до вас выплаты смогут доходить только с 5 линий, да, в глубину. Если у вас 8, допустим, площадок приобретено, то у вас будет выплаты переходить с 8 линий с глубины, то есть это довольно-довольно круто. Ну давайте, друзья, начнем с вами регистрацию и нажимаем купить, точнее активацию уровней. Сразу у нас, видите, есть TronLink запущенный, он у вас вылазит в окошко, что нужно подтвердить активацию. Трон довольно быстрый, да, блокчейн, то есть если сравнивать с эфиром, то у Трона та же пропускная способность около 1000 транзакций в секунду, у эфира там 25. То есть разница есть, ну и конечно комиссии на нем практически нету, плюс там еще есть некоторые фишки в кошельке, что можно вообще без комиссии, да, отправлять и работать. Так, ну все, он в принципе тут быстро активируется, потому что, я же говорю, блокчейн быстрый. Давайте активируем с вами, наверное, до 7 площадки, просто покажу. Сразу вы, допустим, 3-ю не сможете активировать, или там 4-ю, 5-ю. Вам обязательно нужно последовательно будет активировать все площадки. Так, то есть, видите, все быстро происходит, ничего не тупит и так далее. То есть, все хорошо. Сразу говорю, на сайте отображается только статистика вашей проделанной работы, деньги тут не хранятся, потому что это все-таки децентрализованные финансы. Ну и рисков скама, по сути, невозможен, потому что деньги, да, минуя админов и третьих лиц, приходят на кошелек партнеров, да, а на сайте отображается только статистика. Так, давайте следующий. Подождите, ну-ка. Так, пятый. Так, шестой. Ну и давайте седьмую площадку еще активируем, чтобы было понятно. Ну все, активировали мы 7 площадок, то есть, да, 100, первая 100 трон стоила, вторая 200 трон, то есть вдвойне удваивается каждая площадка, третья 400, четвертая 800, пятая 1600 тронов, шестая 3200, седьмая 6400, ну и дальше тут по возрастанию все идет, да, то есть можете посмотреть. Теперь у нас после активации вообще первой площадки у вас сразу открывается кабинет, то есть теперь вы можете посмотреть, то есть это у нас общий кабинет, первый маркетинг и второй маркетинг. Первый на эфире был, так как там сейчас у нас космические комиссии, он в принципе, да, сильно никому не интересен. А тут в принципе, да, сейчас на троне нету комиссий, он очень быстрый и довольно интересная монетка, которая, скорее всего, да, вырастет. Давайте отдельно перейдем в... Так, подождите, нам не сюда, вот сюда. Вот, отдельно перейдем в кабинет Next Network X, да, который Network X по кабинету. Тут у вас ваш спонсор будет, кому встанете, да, по маркетингу. Так, площадка, статистика партнеров у вас, то есть... А тут сейчас не конкретно... ну тут, да, правильно, то есть вот ваш ранг, да, то есть менеджер. Тут у вас сколько партнеров, сколько оплатили, ну, сколько зарегистрировалось, сколько оплатило, тоже статистика. Ну и тут у вас, да, сколько будет заработано в тронах, в битках, в долларах, в евро, то есть в различных монетах. Статистика вашей структуры, тут у вас будут отображаться ваши партнеры. Ну и, да, вот курс трона, вы можете всегда на TradingView перейти, посмотреть, да, там, если вы, допустим, трейдите. Так. Дальше, да, тут посмотрим, что у нас. DEX-агрегатор, это у нас децентрализованная эфировская биржа, но скорее всего еще добавят они JustSwap сюда, да, то есть чтобы удобно было прям с кабинета переходить и там, если вы хотите, допустим, обменять монеты или еще что-нибудь, да. Так, кошелек, переходим, тут показан ваш кошелек, да. Так, ну в принципе, да, дальше статистика. В статистике у вас будет отображаться, то есть вот тоже два маркетинга, то есть, ну, нам Next нужен, то есть общий, личный и структура, то есть полностью будет тут все у вас отображаться. В академии появятся инструменты,
Да, то есть различные для обучения какие-то, да, полезные инструменты, которыми будете пользоваться. То есть тут тоже будет довольно все нафаршировано хорошо. В общем, как так, так, по приложениям. Тут чат, календарь, канбан. То есть это все тоже появится. Чат тоже прикольная будет фишечка. Так, ну профиль, это у вас тут будут заполнены ваши данные. Это вы можете все будете отредактировать все в настройках. То есть настроек тут очень-очень много. Можете поставить свою фоточку, фамилию, рассказать себе, день рождения. Тут безопасность. Так, пароли. Так, контакты. Также в контактах указать все свои соцсети, их тут много, то есть, чтобы, да, с вами мог связаться нижестоящий партнер, да, в случае каких-то вообще вопросов и так далее. Ну, в общем, вот так вот, друзья. Это все довольно быстро делается, да. Ничего сложного, только, да, к старту советую, конечно, подготовить, то есть установить кошелек TronLink, купить себе троны, да, и завести на них, чтобы они у вас уже были готовы, то есть чтобы вас потом ничего не отвлекало, как вам, как начнут раздавать ссылки, да, по командам, да, чтобы вы сразу смогли зайти быстренько и начать работать, да, то есть никого не ждать или себя, да, не ждать, что пока там установите TronLink, пока купите, это уже, да, пройдет много времени. По старту, скорее всего, на следующей неделе уже будет старт, так что, друзья, готовимся и не упускаем возможности зарабатывать. Движ, как говорится, намечается не детским. В общем, друзья, кому было полезное видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока.